Зачем что-то делать, если все равно я никогда не стану Илоном Маском или там Ди Каприо или Кардашьян? Появилась целая как бы плеяда людей, которые становятся ролевыми моделями, они чего-то достигли, они что-то сделали, у них что-то получилось. А с другой стороны, люди, которые смотрят на это и думают, а я вот не достиг, а у меня не получилось, там, и так далее. И это, конечно, невероятно бьет по самооценке. И чего, собственно, тогда напрягаться? Вот. И, соответственно, мотивации нет, действий нет и так далее. Но все они же искусственные, они все сделаны под задачу. Задача как раз в том, чтобы им завидовали, за ними следовали, продвигать какие-то свои проекты. Насколько на самом деле там все успешно, и насколько сами люди, которые демонстрируют собственные успехи, довольны этими успехами. Про это мы не задумываемся.